Минус эта пластиковая штучка будет где-то грамм 850. Добавила сахар, корица, сливочное масло. Потом выложу это все в мультиварку. И отдельно буду делать тесто, уже просто бисквит. Хочу, чтобы немножко выпарилась вода, влага из яблок. Так нравится этот звук. Вообще, знаете, меня очень успокаивает готовка, приготовление еды, когда еще что-то такое интересное, что ты не готовишь каждый день. То есть какой-нибудь десерт, это прям вау. Я не попадаю в кадр. Но я хотела спросить, на самом деле, ребята, как вы, что вы делаете с пищевыми отходами? У нас есть компостная яма и есть куры. То есть что-то мы отдаем курам, что-то мы отдаем компостной яме. А что делаете вы? Когда я жила в Петербурге, мне было очень сложно что-то делать с пищевыми отходами. Это прям была боль. Так, ладно, следующий этап. Я надеюсь, что я не заляпаю экран своей камеры. Так встану. У меня не будет, но вы знаете, мне кажется, для шарлотки и не нужно, чтобы были пики для бисквита обычного, поэтому не буду париться сильно много. Так, мне надо добавить сахар. Я добавила 3 столовые ложки сахара, этого вполне достаточно будет. Я думаю, что мне надо перелить в эту кастрюльку, потому что у меня сюда просто не помещается все это действие. Мне так нравятся такие силиконовые лопатки. Так хорошо все убирают. Тесто у нас готово. Сейчас буду заливать яблоки этим тестом и ставить в духовку. Ну что, 40 минут. У нас есть такой помощник,
правильно делать так. Хозяйственный такой чайничек у нас. Нарвала немножко мяты на улице, черный чай и остатки чая с травами и грейпфрутом. Если вы смешиваете чай, как и я, то добро пожаловать в наш клуб. Это чай, который мне привезла моя подруга Маша из Питера. Это чай Верле Coffee Roasters. Нам понравился. Мы его весь выпили, в принципе. Вот такое нечто. Это я буду резать. Может, для пиццы специально взять? Или какой? Это на рисовой муке, поэтому он такой получился. Ну, все, хватит. Так, ну что, все?